Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как BCC Trust. Итак, BCC Trust – это децентрализованная платформа Launchpad, плюс ликвидность и блокировка токенов команды на Binance Smart Chain. Это децентрализованная панель запуска на сети Binance Smart Chain, как я уже говорил. Также это платформа IDO на сети Binance Smart Chain. С BCC Trust мы получаем ранний приоритетный доступ к качественным драгоценным камням с низкой капитализацией, плюс бесплатные NFT для ведущих участников. Ставя токены BCC Trust, мы получаем гарантированный доступ. Уже можно сейчас посмотреть на BCC Scan. Как мы видим, действительно токены присутствуют. Но сейчас не об этом. Как работает сама эта децентрализованная платформа IDO? Launchpad, то есть. Децентрализованных финансовых инвесторов действительно становятся жертвами ковриков, мошенников или разного рода мошенничества, что делает непростой задачей найти надежный драгоценный камень с низкой капитализацией, в который можно инвестировать на раннем этапе. По этой причине BCC Trust стремится решить эту проблему, предоставляя своим держателям гарантированный доступ к раннему инвестированию в драгоценные камни с низкой капитализацией и высоким потенциалом, которые построены на цепочке сети Binance. Немного от экономики проекта. BCC Trust – это беспрепятственный протокол доходности, который позволяет держателям накапливать вознаграждение от каждой транзакции, происходящей в экосистеме, а также уникальным образом сочетает это с системой децентрализованной панели запуска и многим другим. Общее выпущенное количество токенов составляет 2 миллиона. Комиссия в размере 3% распределяется между всеми держателями при каждой транзакции, а комиссия в 3% при продаже постоянно добавляется в пул ликвидности. Панель запуска построена на сети Binance Smart Chain. Также поддерживается награда NFT. На сайте выпущена дорожная карта, где более подробно можно ознакомиться со всеми будущими планами, когда выпуск, старт площадки и многое другое. На этом мы обзор закончим. Переходите на сайт, ознакомьтесь, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.